Ваше лордство. Ваше лордство. Ты где? Хватит дурака валять. Брэд, что ты обнаружил? Шоссе и очень большой старый дом. Дома есть кто-нибудь? Свет горит, люди танцуют. Откуда я знаю, есть дома кто или нет? Ты же скаут-отличник, ты должен был это узнать. Бумага и ручка есть? Зачем? Подам тебе прошение об отставке. Просто удивительно. Дэниел, ты совершенно не объективен. Извини, прошу прощения. Хорошо. Я вернусь за остальными, а ты организуй поесть и машину. Прошу прощения. Хватит извиняться. А с чего вдруг я извиняюсь? С чего? С вашего позволения. Благодарю. Большое спасибо. А что это? Ваш счет, господа? Счет? Вы ужинали вчетвером, отдыхали, пользовались ванной, туалетом. Тут все указано. Режиссер Лесли Норман. Привет. Милорд, вы опоздали. Прекрасная реплика, если учесть, что я все-таки здесь. Прекрасно, великолепно, чудо. Между прочим, я совершенно вымотан. Вымотан? Ты выглядишь как никогда. И пиджачок шикарно скроен. Дэниел, я проехал 500 миль без единой остановки. Так что сейчас меня интересует горячая ванна, фужер с вином и мягкая подушка. Фужер с вином и мягкая подушка – это для неоперившихся юнцов и старушек. Пока как следует не высплюсь, буду в ранге старушек. А зачем тебе спать? Ладно, я приготовлю для тебя подходящий наряд. Дэниел, слушай внимательно. Чтобы лечь спать, мне никакой наряд не нужен. Ясно? Лорд Синклер? Да. Не знаю, что ты там задумал, но все равно можешь это выкинуть из головы. Просто хочу, чтобы ты сделал мне одолжение. Дудки. Что это за ответ? Я тебе когда-нибудь отказывал? Много раз. Когда-нибудь подводил? Очень часто. Слушай, есть две девушки. Как всегда. Твоя красавица, изысканная, утонченная. Ясно, а твоя? Тоже ничего. Но та, которую я приготовил для тебя, сразит тебя наповал. По-моему, ты устроил мне засаду. Где Дэнни? Там. Остроумно. До чрезвычайности. Я все обдумал. Оценил положение со всех сторон. Взвесил все за и против. Сделал вывод? Сделал. Какой? Мы в тяжелом положении. Я тоже все обдумал и взвесил, и должен сказать тебе, что ты ошибаешься. Почему? Потому что мы в отчаянном положении. Есть смысл пойти в город и все рассказать Зарокину, что нам остается. Сейчас выясним. Ты думаешь, это он? Да, я даже не сомневаюсь. Говорить будешь ты. Почему? Мне вроде и сказать нечего. Бери все в свои руки. Привет, Зори. Мистер Зарокин? Где она? Скажи ему. Сейчас. Ваша дочь, мистер Зарокин, девушка очень энергичная и себе, но... Она здесь? Не совсем. Где она? Присматривает за деньгами. Где именно? Я к этому и веду. Пока вы мне ничего не сказали. Давайте выкладывайте все как есть. Где Лиза? Я спрашиваю, где она? Привет. Проходи, славный рыцарь. Пришел ли ты с мечом на подмогу королю своему? Дэниел, что ты здесь делаешь? Откуда ты знал, что это я? Ты меня сам пригласил? Разве? Да. Когда я тебя пригласил? Когда ты меня пригласил? Именно. Сколько раз ты говорил мне, приезжай со мной сюда на уикенд? Раз 100 ты меня приглашал. Пожалуй. Вот, наконец, я приехал. Почему именно в этот уикенд? Почему? Я твой друг. Разумеется. Я приехал взглянуть на дом твоих предков. Моих предков? Твоих предков. Ты не против, надеюсь? Никогда. Тогда я остаюсь. Брэд, я пойду прогуляюсь. Холодно же. Легкие проветрю после лондонского смога. Не хочешь прогуляться, Феликс? Хуже не будет. Ну, почему бы не погулять?
Мистер Медоуз попросил вас подождать. Иди гуляй, я подожду Феликса. Ты же сказал, что на улице холодно. Ты не хотел меня обмануть? У меня микрофильма нет, можешь обыскать. Знаешь, что они с нами сделали? Что? Даже мы друг другу не верим. Дэниел! Дэнни! Слава богу, хоть жив. У него шишка размером с яйцо. Готов поспорить, когда он начнется, скажет, где я. Нет, он скажет, что случилось. Кто меня ударил? Мы оба ошиблись. Я помогу. Встанешь там с яблоком на голове? Нет. Мне красного цвета. Хороший выбор. Ты так думаешь? Я имел в виду синий, а не красный. Дальтонизм, гены. Шелли Мастертон. Приятная девочка, слишком легкая добыча для Фостера. Не хочешь ли предложить заняться этим делом? Смотри, есть такая мысль, просветить Шелли. Показать ей ограниченность Фостера по сравнению с честным, прекрасным, красивым, может быть, даже слишком красивым, несколько беспутным, хладнокровным, утонченным, почти само совершенство. Правильно? Мне это по силам. Тебе? Тебе? Конечно. Все качества совпали. Не ты же? Я — это естественный выбор. Вопрос естественного выбора решается. И все будет выглядеть естественно. Девушке наше соперничество будет лестно. Правда? Значит, поединок, пари. Говори, сколько? 5. Все достается победителю. Бой без правил? Без правил.